Предприятия городского округа Люберцы берут курс на инновации. В прошлом году кондитерская фабрика «Волшебница», расположенная в поселке Малаховка, получила золотую медаль на международной выставке «Продэкспо» за разработку особенного шоколада. Какого именно, расскажет наш корреспондент. Баловать ребенка шоколадом и при этом не переживать за его здоровье. Многим это может показаться невозможным, но такие волшебные сладости существуют. Тот случай, когда название фабрики, где их производят, полностью оправдано. В 2023 году мы очень рады, что смогли выпустить новинку детского шоколада с антикариесным эффектом. За антикариесный эффект отвечает смола тропического дерева. Это натуральный фитодент, подтвержденный сертификатами. 4 вкуса у этого шоколада. И этот шоколад будет радовать как мамочек, потому что деткам он не будет портить зубы, и детям, потому что это очень веселые герои и очень необычные вкусы. Это и морковь, и свекла, и тыква, и злаки, и фрукты. За этот шоколад мы получили золотую медаль в области инновационного продукта 2023 года. Вопросу здоровья своих потребителей кондитерская фабрика уделяет особое внимание. В прошлом году она выпустила еще одну новую линейку полезных сладостей. Шоколадная аптека. Конечно же, это для нас очень важное предприятие с точки зрения его развития, потенциала, людей, которые здесь работают. А это костяк, который составляет общее количество рабочих на этом предприятии 120 человек в сезон. Это количество повышается, потом чуть-чуть идет снижение, то есть все время идет развитие. Ближайшие планы по развитию – расширение своего присутствия на международных рынках. На сегодняшний день кондитерская фабрика поставляет продукцию в 20 стран мира. В перспективе сотрудничество со странами Персидского залива, Северной Африки и Китая. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.